привет! Фильмы Вуди Аллена – это всегда как подарок на день рождения. Мы получаем их раз в год и всегда или почти всегда рады им. Сегодняшний выпуск посвящен новому фильму Аллена «Волшебство в лунном свете». Действие разворачивается в 20-е годы прошлого века во Франции. Стэнли, псевдоним Вейлинг Су, британский маг-иллюзионист, отправляется на Лазурный берег, чтобы помочь разоблачить Софи, по его мнению, мошенницу, которая обманывает богатое семейство. Тем не менее, между ними возникают профессиональные и очень личные взаимоотношения. Главные роли сыграли Эмма Стоун, Колин Фёрт и Марша Гэй Харден. Стэнли, ты все еще лучший на свете. Помоги мне. Я весь внимание. Семейство Катлидж, проживающее на юге Франции, окрутило дамочку, убедившую их, что она экстрасенс. Ты величайший разоблачитель фальшивых спиритуалистов. Меня она не одурачит. Софи заглянула в мои глаза и рассказала вещи обо мне, которых не могла знать. Мне сказали, она хороша собой. Очаровательная чаровница. Я читаю ваш ментальный образ. Неужели вы с Дальнего Востока? Учитывая, что ты Вейлинг Сю, чертовски впечатляет. Вы умная маленькая обманщица. Что ж, могу показать вам, как я ввожу людей в заблуждение. Стэнли не верит в спиритизм. Он считает, вы все пройдохи. Она весьма приятна, пусть даже фальшивка. Ничего не вижу, будто я в облаке. Кучевое облако или перьевое? Смеетесь надо мной. Мистер Тавернер весьма несносен. Но это по-своему привлекает. Я так понимаю, у вас вечером сеанс. Планеты удачно расположены. Сейчас я обращаюсь к незримому миру. Подай нам знак. Чем больше я за ней наблюдаю, тем больше поражаюсь. Не может же она быть настоящей, это против здравого смысла. Ты всегда был так уверен в окружающем мире, а я пытаюсь показать, что есть вещи, которых мы не знаем. Расскажите-ка мне что-нибудь о красочном прошлом тети Ванессы. Я вижу, член парламента. Продолжай, любовник. Вы никак не можете это знать. Фильм Вуди Аллена. Я ошарашен, Софи. Не думал, что вы можете быть столь прекрасны. Я был убежден, что убогая реальность — это все, что у нас есть. Но вы — доказательство тому, что нас окружают тайны и волшебство. Мы умрем! Бежим! Тетя приводила меня сюда в детстве. Крыша открывается, и можно увидеть вселенную. Угрожающе. Вы находите это угрожающим? А, по-моему, очень романтично. Магия в лунном свете. Для Вуди Аллена это уже 47-я кинолента. Съемки начались летом прошлого года на юге Франции. Сюжет фильма Вуди написал еще много лет назад и был уверен, что он хороший, но чего-то ему все-таки не хватало. Аллен отложил его в ящик и ждал момента, когда в его голове появится свежая мысль, и она появилась в 2013 году. Вуди просто перенес события в 20-е годы. Предлагаем топ-5 фильмов Вуди Аллена. Конечно же, выбрать лучшее из произведений гения кинематографа невозможно, но мы предлагаем фильмы, с которых можно начать знакомство с творчеством этого режиссера. Молодой русский дворянин из провинции пытается избежать призыва на войну с Наполеоном. Он ведет бесконечные интеллигентские разговоры со своей кузиной. Политика, философия и война – эти высокие материи стали темой бесконечного фейерверка иронии и юмора. Страховой агент Брикс терпеть не может свою начальницу. Деловая и напористая, она пытается изменить всю систему поиска мошенников, которой он отдал всю свою жизнь. Однажды на вечеринке в клубе «Нефритовый скорпион» они, став участниками гипнотического эксперимента, влюбляются друг в друга. Теперь, лишь услышав нужный пароль, они, как по мановению палочки, начинают испытывать друг другу нешуточную страсть. Эта невинная, на первый взгляд, шутка оборачивается хорошо подготовленной аферой, когда выясняется, что нечистый на руку гипнотизер использует свою власть, чтобы без труда обворовывать состоятельных клиентов. И тут начинается настоящий кошмар. Желая бросить опостылевшую работу и привычный круг знакомств, телевизионный сценарист заводит роман с любовницей своего друга. И вновь оказывается в замкнутом круге лжи, лицемерия и пустословия. Неожиданно для себя он делает открытие, что надо больше доверять людям. Комедия, действия которой происходят в одном из самых прекрасных городов мира. Мы встретим известного американского архитектора, переживающего вторую юность. Простого обывателя,
неожиданно проснувшегося знаменитым, молодоженов из провинции, каждого из которых ждут романтические открытия, и американского оперного постановщика, задумавшего вывести на сцену поющего работника похоронного бюро. Писатель и безнадежный романтик, уверенный в том, что должен был жить в 20-е годы, приезжает в Париж со своей возлюбленной на каникулы и попадает в прошлое. Встречаясь там с Хемингуэем, Пикассо, супругами Фицджеральдами, Гертрудой Стайн, он понимает, что принадлежит этому времени и хочет остаться там навсегда. Ну что ж, на этом все, друзья. Смотрите фильм «Магия в лунном свете» в кинотеатрах вашего города уже в сентябре. До новых встреч!